силой воли вообще не стоит заниматься профессиональным видом спорта. А на сегодняшний день мы же понимаем, что, ну, как и остальные команды, так и мы, все-таки под серьезными нагрузками, двухразовый режим работаем, и идет наслоение. Их команда, они скоро начинают, и видно было, что немножечко лучше готовы, но то, что вы совершенно правильно заметили, молодцы, включили свою волю. В первом тайме тяжело было, конечно, против очень сильный ветер был, но ребята старались выполнять то, что мы требуем. А во втором тайме зацепились за результат, и это надо делать в каждой игре.